отправил мяч до передовой зоны. Нам вот здесь Хейден Далтон ошибается в момент передачи. И Зечевич здорово прочитал этот эпизод. И сейчас Зечевич заряжает из-за дуги туда. 9 с небольшим по ходу этого сезона. 6 секунд остается. Дальняя трешечка от Минска. И чуть больше скорости придал своему движению. Против Хейдена Далтона. Но его-то просто так не обыграть. Скидка на дугу. И Бенджамин Павел Дуду. Третий промах подряд издали для Самары. В быстром отрыве летит Минский клуб. Чтобы ему соперники поставили блокшот. А вот Бэмми Джексон. Скидка в угол на якобы Чебашика. И это треха. Там Севами Микульский на скорости. Скидка на Вадима Ступеда. Но распахнули коридор, дали позволить Дмитрию Куратнику зайти, а здесь Владислав Мимульский, да! Кажется, сегодня он явно не в ударе. Чистый блокшот еще от Данила Коско отвешивает он Джеймсу Томпсону. Вот это да, вот это Даниил Мотовилов третью свою подряд заряжает издали. В составе Минска впервые Иван Аладко. Ну а здесь, да, двух рук от Вадима Ступеды. Забирает подбор на своем щите. И пас Джастина Робертсона не проходит в быстром отрыве. Иван Аладко 2 очка. До минус 10 хотя бы. Сократить отставание, как мне кажется, вряд ли уже сумеет. Иван Аладко трешечку забрасывает.